Всем привет! Ну, друзья, высота 2400, перевал. Я буду снимать, некоторые вверх, вниз, вправо, влево. Все, уже страшно. Обязательно двигай, иначе ничего не получится. Не делай. Серёга, а тебе так же страшно, как мне? Ну, наверное, не так, как тебе. Вот тоже страшно. Разбегаемся, да? Да, пошли вперед. Раз, два, три, пошли вперед. Тяжело, жутись. Да. Ты что? Серега, это же чудо! Я тебя прекрасно понимаю, почему ты этим занимаешься. Это же чудо. Серега, это чудо, правда? Слушай, ну с парашютом прыгать не так. А дельтаплан ты летал? Да, но это по-другому. Мне кажется, тоже интересно, но пострашнее. А, посадочные скорости одна такие. Что посадочные скорости? Посадочная скорость 80. А здесь какая? 0. Сережа, это чудо! Это чудо! Ну правда! Ты же... Чудо, у тебя потрясающая работа. Да мы так начинаем, да ты что, Серёж? Я уже супер счастлив, это чудо. Это. Слушай, а ты чувствуешь ветер, да? Ты чувствуешь. Это чудо! Господи, это чудо, действительно! Серёжа, мы птицы! Серега, приезжай в Смоленск. Я, конечно, тебя не покатаю. Это не под... Сереж, это чудо. Слушай, мы же как птица, бля. Вообще, да, абсолютно. Мы сейчас ищем потоки уже эти воздуха. Как белые травы и все. Серега, да? Вот ты сейчас почувствуешь, что... Серега, это чудо. Ты ищешь воздух, да, чтобы... Да, который идет вверх, да, восходящий? По прибору и по ощущениям открыла. А есть прибор, да, тебе показывают? Ну, он открытый, только блядь. Ага. Серега, это чудо, господи, ты самый счастливый человек на свете. Я думал, у меня потрясающая работа. Нет. А чем громче пикает, тем больше мы попадаем? Нет, чем чаще. Ага. И тогда есть шанс, что мы поднимемся выше? Да, да, да. Серега, ты чудо. Ты себе не представляешь. Серега, ты себе не представляешь. Это чудо, слушай. Господи, как красиво. А насколько высоко можно подняться? Ну, сегодня мы заявляли с поинтом 3000 на старте 700. Но это было в ответ. Ага. Такая погода стоит сейчас. И потом, нет, потом она выстреливает, и я опять нет. Ну, такая, смотрите. Ага. Ну, а это какое расстояние? Ну, это выше гор или это рядом с горами? Это вон, вот это тот снег, если летели до него справа. Ага. Да, серьезно? Вот чудо, Серег, у тебя чудесная работа. Ты женат? Да, супруга моя, он тоже. Так, такая же, да? Слушай, круто. Вы же еще оба, ой, это вообще круто. Это чудо. Серёжа, это трепет, как серый!
стопа порвалась, ну и хер с ним. Да, каждый выдерживает вот это 1-220. Делится, потом не порвалась. Огромные крылья меняются раз в сезон, поэтому такая цена. Его стоит 2800 евро. Ого! Ну, вот просто закладывается аренда, грубо говоря, чтобы за 20% стоимости через год его сдать. И через год я покупаю новое. А сдать куда? Ну, думаю, уезжает в третьи страны, в Индию. Да, серьезно? Да. С удовольствием стоят. И летают. Да, летают. Ну это уже не настолько. Серёжа, а если не сказать, ты сколько примерно зарабатываешь? Ну вот примерно. Господи, это чудо! Серёжа, это чудо! Серёжа, можно ничего не зарабатывать. Можно зарабатывать на еду и вот этим наслаждаться. Да, 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 да. Ты же во время работы наслаждаешься. Ну слушай, если голос уделяешь 700 евро, значит, ты не только на еду зарабатываешь. Ну да. Не, нормально. Да, деньгам все более-менее. Слушай, но это же... Ну ты понимаешь, что люди некоторые... Даже не замки, дворцы и так далее, они же не видят этого всего, Серёж. Серый! Серый, это же счастье! Я тебе по-хорошему завидую. Ой, блин, слушай, я действительно... Давай. Я действительно редко кому завидую. Вот прям редко. Но тебе завидую по-хорошему, по-доброму. Не забывай камеру, иди, не теряй. Приезжай в гости в Смоленск с женой. Давайте, мы рядышком, давайте, приезжайте. А тут уже пойдем на поток туда. Ага, хорошо, подскажем. Ой, господи, Серега, это вообще. Это вообще. Но, кстати, не страшно почему. Я с парашютом прыгал, вот скучно вообще. 3 секунды страшно, потом скучно. А это Серега. Ой. Все, обменяемся контактами, я иногда бываю. Ой, чудо, а! Ну чудо! Господи, ты смотрел фильм 1+1? Помнишь, да, когда? Поймали, да, сейчас воздух хочу. Обалдеть! Обалдеть! И сейчас тоже, да, пытаешься сводить? Да-да-да. Ну как считаешь, тяжело это все или это, ну... Ловить воздух? Да. Ну смотри, это ответственность каждый раз. То есть у меня твоя жизнь в руках. Ну да. А если ты неправильно поймаешь? Нет, поймаю тебя правильно. Ну допустим, хорошо, допустим. Ты плохой специалист, ты неправильно ловишь. Все? Нам хана? Ну, ребята не сильно летают, они летают только в первый год и все. У них пока только. Нет, это первый вопрос. Слушай, ну чудо, а! Серег, ты просто людей делаешь счастливее, да? Ага, да. Вот сейчас мы стоим, грубо говоря, примерно на одном и ждем, вот и воздух нас чуть-чуть поднимает, да? Класс! Ну, Серый, ну все. Теперь жду тебя в Смоленске. Все, ты повернулся, воздух пошел. Класс! Это чудо! Мы еще увидимся 100%. Все. Мне, ты знаешь, так было жалко 100 долларов, а сейчас уже вообще ничего не жалко. Это же чудо. Слушай.
что-то делаешь. Ну надо понимать поток, какой он большой, малый. Слушай, это чудо. Слушай, вот ты на работу идешь с удовольствием. Как же мной познакомиться? А тут жена? Нам тут не так. Но она то, что работала админом. Админом?